Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlarga Rahmonov Rustam. Kecha videorolik qildim, mashina oldim va mashinani remont qilamiz deb juda ham ko'pchilikka yoqdi. Dalshi ko'rsatishga qaror qildik va mana bu 2-chi seriyasi ham tayyor bo'lib qoldi. Bu seriyasida aynan mashinani motorini yechib, polni obslujvaniya qilinadi. Shu hamma narsasini shu bo'layotgan voqealarni ko'rasizlar. Demak, men unchalik yaxshi tushunmayman-u, lekin aynan mashinani Мотор ночи, шунака ишлага қызиқадиган юрдошларимиз бор экан. Кеча комментарийлардан ҳам кўрдим. А, кстати, яна комментарий масаласида кўпчилик Отабекни ямонлабди бу ерда. Eski mashinalarni qo'yadi. Bunday-bunday deb, yo'q do'stlar. Bu mashinalarni, prinsipi kim agar mashinani haydagan bo'lsa ham, misol 100 mingdan o'tgandan keyin любой mashinada baribir problema bo'ladi. Bu Range Roverlarda paddondan masla oqishi bu uni kasalligi. Ну, mashina shunaqa chiqqan. То есть, кем 100 мингдан уже юқори юрган бўлса, ҳамма машинада Range Rover'да машина паддондан масла оқади. Буни кимдир обслуживание қилади, кимдир обслуживание қилмайди. Range Rover'да обслуживаниеси жуда ҳам қиммат туради, чунки паддондан масла оқмаслиги учун, шуни бартараф қилиш учун полни моторни ечиш керак. Моторни ечиб қўйиш 25 минг 30 минг рубль. Масалан, Range Rover дебда кичкина детали ҳам бузилиб қолса, ўша детални ремонт қилиш учун, ўша детални алмаштириш учун мотор очиб, олиниб, яна жойга қўйилади. Чунки обслуживаниеси қиммат. Демак, бу ерда Отабек сизлар ўйлаганлардек, ну, эски машина қўйиб, бунақа розыгрыш қилади деганларга, мен ҳозир шуни тушунтириб ўтяпман. Основной эмас, вот обега майт тудым, со, брат, бу Range Rover-ларды, машина қанги проблемасы бор. Агар өзіз үчін осайз, қысайз, яхшы деп, өзі наоборот маңы маслахат беруді. Буларда, айтяпан ку, Range Rover-да айнан паддоннан масла оқшы, бу поголовны буларды проблемасы. Маш, шу, просто шу проблеманы бар тараф қыл яппай. Шу білам бір қаторды, өзім үчін оғаным үчін, өзімді ойлам үчін оғаным үчін, полный обслуживание қилиапман. Масаларини, жамики масаларини, жамики фильтрларини, яна нималари не то бўлган, ҳаммасини тўғрилатиш мақсадида видеоролик қилиапман ва буни сизларга кўрсатяпман. Шунинг учун шунақа, дўстлар, видеороликни қўллаб-қувватлайлар. Ким қизиқса, мотор қандай ечилиши, қандай қўйилиши, қўйинглар. И кейин менга ҳам комментарийга ёзинглар, агар шу тема қизиқ бўлса, яна дальше кўпроқ развивать қиламиз, бошқача машиналарни ҳам кўрсатамиз, у яғи сизларга боғли. Қана ўса нима қиламиз? Бошладик видеороликни. Всем привет! Вчера подготовили снятие, сейчас будем снимать мотор. Сегодня я один. Сардор уехал по делам, по страховым каким-то. Какую-то машину ударили. Вот, в общем, сегодня посмотрите, как снимется мотор. Помоем все, разберем его полностью, то, что необходимо. И дальше посмотрите. Сейчас сниму радиаторы и потом будем выпускать мотор. Радиатор не очень удобно расположен. Это, кстати, краска от кондиционера специальная. Видно было, когда кондиционер где-то пропускает кладоген вот такого цвета с
сразу видно, где пропускает. Грязь собирается, потом снимем, покажу. Из-за этого греется машина. Это дизель не так сильно подвержен. Подушка живая. Пятьдесят раз все проверить, чтобы нигде ничего не осталось, не цеплял. Как-то так. Даже чистый остался. Вещи забыл. Снять, забрать. Чистый из дома. Все, сейчас это все на мойку. Лишнее уберем, разберем. На мойку. Работа.
800 датчиков разных. Снимем выхлоп, потом снимем мотор с коробкой. Будем дальше разбирать. Кстати, Сардор звонил, привет передавал. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше. Халява, 500 рублей всего. Билеты. Не забывайте, Мадьор, подписывайтесь. Все, перекур. Турбину посмотрим, в каком состоянии патрубки, в каком крыльчатка состоянии. Судя по всему, с турбиной все хорошо. Если ключ прошла. Масло есть. Масло есть, вот. В принципе, турбина в нормальном состоянии. Люфт есть, но он допустимый. Это тоже допустимо. Можно, конечно, на всякий случай на проверку ее отвести, но я не думаю, что какая-то проблема в турбине есть. Порядке. Вот такой инструмент себе для снятия хомутов, это просто шикарная вещь, особенно вот таких зажимных, очень удобно, не отпружинивает, пальцами бьет. Смазка. По этой трубочке стекает масло сюда. Здесь пока непонятно, скорее всего, запах кардинала.
Ну и поддон явно. Так, ну в принципе все, мотор от коробки можно отсоединять. Сейчас навесной я поснимаю. Сейчас мы его от подрамника отсоединим. Лишнее все, что мешало, убрали. От подрамника поднимем. Все, можно вешать на контакт этим. Кстати, рейка электрическая, это очень хорошо, откручивается с салона, подшипник стучит, но трогать его не будем, дорогой ремонт ненужный.
Так, надо гуся взять, специальный подъемный кран. Здесь у нас небольшая подсобка, хранятся всякие инструменты, запчасти, резины и так далее. Сейчас мы соберем гуся и на него будем вешать мотор. Я сегодня один подустал, но скоро Сардор приедет. Поможет. Можно мыть подрамник, расчленять мотор и все мыть. Это все тоже помоем, все будет чисто, красиво. А все с поддона сюда навело. Вот так мотор снимается. На его. Боковой редуктор снимаем, тоже мешает. Сейчас редуктор снимем. И потом можно коробку отсоединять. Коробку отсоединим, потом на кантовать повесим.
Вот основная течь где. Там и сальник течет, скорее всего. Хотя внутри вроде поддон течет. Это их болезнь. И судя по всему, здесь уже лазили и переклеивали этот поддон и сделали не очень хорошо. Нехорошие какие-то дяди. Здесь уже ржавчина, это сальник. Этот сальник менять тоже будем. Сальник. Хотя мягкий, лучше поменять. Вот трубка, это тоже течет, это трубка подачи масла на турбину для смазки. Вот она где-то течет сверху сухо, где-то в каком-то месте она протекает, и по ней вот так стекает сюда, и здесь натекает тоже. Это трубочка. Эту турбину снимем, посмотрим. Здесь поддон нижний течет. В целом не страшно. Обслужим, и будет все хорошо. Энди, ищи хабыр куалышке келдим. Иди подержи мотор. Пришел смотреть. Держи. И мотор, и это, гуся встань. Гуся встань? Да, перевешивай. Еще один. Все. Все. Да? Все. В да? Слегет от всех поломан. Рустлены органили. Мана хозы битта юрташмы, а варегли чупоянаке, мушана кунбой ишины халкалдик. Агер рус тілінің білмейді, юқойы юл қонын қойдаларының білмейді. Рус тілінің өргенсейлі, қонын қойдаларының бітті көріп шықсейлі, хаммасы зор болады. Агер қозыман барып қошылмағанымды, хамма нәрсаны оны бойныға қойып орышайын мүмкін еді. Үшен үшін досты, әке, үке, опа, сенгелі, Россияда юрпымыз мы рус тілінің өргенейлі. Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek, mana Omadiyor kanalida sizlar. Do'stlar, rozigrishimiz davom etmoqda. Rozigrishimizda biletlarimiz oz qoldi. Shoshiling. Biletimiz atigi 500 rubl. 500 rublga nimalarni olib tashlamaysiz agar? 500 rublga bitta bilet olib qo'ysangiz, mashina sizniki bo'lishi mumkin. Endi yana plitolarimiz juda ko'p, do'stlar. Qonun qoidalarini eslatib o'taman. Sberbank kartamizga 500 rubl tashab WhatsApp-imizga chekini saqlayin qilib jo'natib yuborasiz. Biz sizga tez orada biletingizni jo'natib yuboramiz. Yutuqlarimiz. Главный приз mana Volkswagen Polo. Yana 19 ta $50 i 100 ta 1000 rubldan. Общий 120 ta yutuqlarimiz bor. Biletlarimiz atigi 1400 ta, yarimidan ko'p уже sotilgan. Shoshiling do'stlar. Mana shu mashina sizniki bo'lishi mumkin. Atigi 500 rublga 500. Do'stlar, hozir gidrotransformatorni yechyapmiz. Korobkani motordan ajratish uchun.
Я вижу, там шаровая разбита, ремень. Ремень уже чат начал баштадыш, уже нет лепета такие. Потихонечку выползает там одно, второе. Здесь вроде не течет. Здесь сальник. Мама, мы сальники, бу коробка неки был. Мам, гидротрансформатор, утро не джой неки. Это масло тоже вылить надо. Масло все черное. Да там, это сколько там 2 литра. Даже двух нет. Енда? Так, здесь головка 17 где-то. Досля мама, белка вот, почему да? Операторки. Махавик гейчамызды, муны оркасыды, сальник турады, оша сальнигі оқып кеткен хозы. Сальник калинчатого вала дейлер. Хозыр, дальше көрілі. Енді, мау не ечамыз хозы. Здесь 17, здесь лежал голубок. Нет, нет, здесь лежал. Однозначно поддон полностью приклеил, а там сальник весь идет и очень сильно течет. Очень сильно. На стол клади. Ну вот это тоже. Все, давай этот мотор снимем. Что, сальник? Да, мотор не доконтрователь ГПОМС. Айлантеры. Проблема есть здесь. Четвертый некуда поставить, четвертый упор, потому что поддон надо будет снимать. Так четвертый упор сюда ставится. Поэтому на трех. Но вроде держится хорошо. Никуда не денется. Сейчас на весну снимем, еще он полегче станет. И все. Спокойно, да? Потихонечку, чтобы красиво по-братски сделать. По-братски не надо, нормально лучше сделать, да? Дослер, бугунги еще мене тугяды. Бугун нема кылынды, мотор ечилды. Мене коробкадан ажыратылды. Аммасы мене кантаватерге койылды.
Ертеге еще. Завтра что будем делать теперь? Завтра... Что будем делать? Завтра будем все написное снимать. Фильтр, коллектор впускной, выпуск, циркуляцию. Все вот это навесное, генератор, ремни и так далее, фильтра, холодильник, поддон, ДРЛ, турбину. Все это полностью, один блок останется, только форсунки. Все полностью снимаем, смотрим, что менять, дефектовать, все прокладки меняем полностью. Все, вымываем, чистим. Если успеем что-то завтра обратно поставить, не успеем уже на послезавтра. Ертеге болады генеч. Очень много работы. Хамма нерсе, хамма маму навесну, хамма турген нерселе. Абсолютно хамма нерселе, манамахле, хаммасы ечелады. Полный короб чекалады, нема алмаштырлады генбаса. Алмаштырлады, полный юлады. И ертеге, агер вақт болады генбаса, паддонланы башыдан переклейке болады. Агер вақт қоса. Вақт қоса, ертеге, бу, енді, неметсе болады, енді. Щепетильный еще был. Да, щепетильный. Да. Спокойно шашлымасына кладген еще был. Шашлы койсен, ухшами кулады. Ушанчу шашлымастан йойлып, кейін нарсалан армаштыр йығылады. Бүгінге уже түгеді. Достлар, бізі кузаты борин. Ертеге машу полный йойлгенем болады видеода. И йығылгенем. Бізі кузаты бориле.